Привет, друзья! Вы смотрите канал Просто Детки. И мы с вами продолжаем обзор игры Слизарио. А именно новых скинов в этой игре. Так как сейчас лето, на улице жара, то я решил сделать обзор на такое вот интересное оранжевенькое блестящее мороженое пломбир. То есть их тут несколько видов есть, но я выбрал именно такое. Ой, смотрим, что здесь творится на карте. Так, нам надо вывернуться. То есть сейчас как бы лето, жара, поэтому я думаю, многим хочется пломбира. И многие захотят его словить на карте. Но я думаю, они... Ой, как неудобно. Я думаю, они об нас обломаются. Наша задача сделать червя номер один на карте. Вот смотрим, сейчас это 28 тысяч рейтинга. В принципе, не так уж и много. Самые интересные моменты я буду записывать, а в остальные стараться делать паузу, чтобы не нагружать лишней информации ненужной. Итак, этому голубенькому червячку вообще везет. Все самое хорошее он собирает. Вот так вот. Нет, мы это не дадим. Ай-яй-яй, ну чё ж он туда повернул? Что ж такое? Итак, начинаем заново. То есть тут... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Как тут много всего хорошего. И как мы неудобно всегда располагаемся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смотрите, что здесь творится. Я не успеваю поворачивать. Боюсь, что так и так сейчас уже врежусь. Так, аккуратненько. Вот, еще кто-то нас впилялся. Какой-то... Неповоротливый червяк. Захотел, видать, мороженка сладкого. Холодненького. Но не тут-то было. Тут-то было. Ай-яй-яй, там тоже все поврезались друг друга. Ну, а мы тут заняты немного были, поэтому пропустили это все. Вот какой-то водички осталось. Так, ну что. Пока я себя не вижу, чем заняться. Так, так, так. Вот, смотрите, что мы сделали. Мы вот этого здорового червяка взяли и окружили. Интересно, получится его съесть или нет, как вы думаете? Видите, он большой, он сразу занял такую позицию интересную. То есть он уже обороняется сразу. Он думает, что надоест нам это все. И мы сдрейфим. Ну давай, друг. Влезайся у нас. Ага, вот смотрим. Нас там еще пытаются окружить. Ну он мелкий. Ну это человек мелкий. Вот, мы вот так вот сделали, видели? Ха-ха. Ну пока идти так угодно собирать эту еду. Да, можно чуть-чуть собрать вот этой еды. Ай-яй-яй. Блин, чуть-чуть не получилось. Ну что ж такое. Погнался за едой и потерял управление. Ну ничего, зато было интересно. Пробуем еще раз. Итак, мы немного тут восстановились. С нашей массой. Уже вот набрали 10 тысяч там. Или сколько-то очков. И вот смотрим, что уже... Можем, ай-яй-яй, окружать разных червячков. Но только нам только что помешали. Ай-яй-яй-яй. Ну все, мы успели вывернуться из этой ситуации. И окружить то, что мы заработали. То есть, видим, вокруг там уже мечатся. Хотят забраться внутрь, где вкусняшки. Но ничего у них не получается. Так, чуть-чуть мы скушали. И еще немного подгребем. Только если не врежемся опять по глупости. Смотрим, что здесь творится. Так, надо как-то уже отсюда выруливать. Вот сколько тут всего интересного. Сейчас опять кого-то окружим, смотрите. Вот так вот запросто раз и окружили. Никто не успел даже и опомниться. И вон еще один туда влез, смотрите, червяк. Глупенький. То есть нам принес дополнительную еду.
Как я говорил, наша цель топ-1, и сейчас мы буквально вот за 5 минут уже стали топ-2. То есть набрали 18 тысяч массы, и осталось до топ-1 у нас 7 тысяч буквально. Если все повезет, то я думаю, это реально сделать в ближайшее время. Там какие-то такие войны нереальные, смотрите, везде все искрит, пестрит. То есть раздачи просто шикарные. И войны такие интересные. Ну что, получится? А-ха-ха-ха-ха, смотрите, опять мы окружили его. Вот сколько там массы внутри. Если нам никто не помешает сейчас, то я думаю, мы выйдем на первое место. Главное не жадничать. Вот какой-то жадный бежит, видите, хочет нас окружить. Но ничего у него не получится, я надеюсь. Смотрим, можем подобрать немного. А, вот такой вот он жадина. Ай-яй, я тоже жадиной стал. Видели, хотел забрать не свое. Ну хотя как не свое, в принципе, мы что поспособствовали его сливу. Так что оно там может и наше. Так, аккуратненько. Так, ну что, друзья. Нам-то нашей цели тут осталось совсем немного. 1000 всего массы. Это как бы с нашей скоростью набора это копейки. Но мы сейчас находимся не в очень хорошем месте. Вокруг, вот видите, куча таких шпаны, которые хотят на халяву оторвать еды себе. Кусок мороженого. Да, кусок холодного мороженого. На улице жара, всем жарко. Поэтому они думают, как бы охладиться. Чем? И чем? Так. Это 1000, наверное, будет самое тяжелое, потому что уже мы отошли в сторону, видим только мелкие червяки. Вот сейчас, может быть. Да, вот смотрите. Видим, да? Мы окружили двух червяков. А, один уже слился сразу. И я думаю, сейчас мы наберем эту 1000. Вот он. Думал сдался. Нас подставить, да, и все, не получилось у него ничего. Он сдался. Итак, все, поздравляю, мы вышли в топ-1. То есть мы уже... А, и тем более там кто-то, он, видно, топ-1 ударился, потому что, скажем так, он... топ-1 уже всего лишь 18 тысяч масс имеет. Так, ну куда ты со мной гоняешься? Слушай, друг, ну я же с тобой не подписывался гоняться. Зачем это было делать? Я покружил тебя, слил и все. Дал бы попробовать кусочек мороженого. Какие-то они все агрессивные стали. Только я вышел на топ-1, все. Уже они резко начинают против нас, да, воевать. Не хотят мороженого, им уже давай что-нибудь такого покрепче. Так. Никого окружить не получается. Это мы так на таких скоростях летаем в центре карты. Сейчас малейшее неправильное движение, все, и мы куда-то врежемся. Ну, я повторюсь, мы уже хотели стать топ-1. Мы им стали. И вот какого большого человека смогли окружить. Он даже сдался сам. И вот еще один тоже. Думал, что нас подставит, думал, что самый умный. Но мы оказались немного проворнее. Интересно, сколько сейчас у нас будет уже массы после этого вот врезания такого классного. О, еще один там большой червячок какой-то. Наверное, хотел нас окружить. Ну что ж, удачи. У нас 33 тысячи массы. У самого ближайшего там 23. На 10 тысяч разница. И он хотел нас окружить. А что ты низко нанимаешь? Ну, так. Ну, это маленький, даже не хочется с ним связываться. Да, он сразу нас... Еще и написано босс. Какой-то он маленький босс.
Ну ничего, раз уже мы начали, уже доведем как-то до ума, не знаю. Вот, а он сам сдался. Так, ну что, продолжим наше похождение веселого пломбира. Да, я придумал название. Похождение веселого пломбира. Так, смотрим, сколько тут массы у нас. Было бы неплохо ее всю подобрать. Ой, как хорошо слился он. Смотрим. То есть благодаря этому мы взяли всех в окружение. Они даже не воевали с нами, они вон сразу посливались. И можно спокойно это все дело собирать. Как-то они только обозначают борьбу. А только когда пахнет жареным, все. Раз и слились. Так, ну когда начинает вокруг там ползать всякие, то это плохо, конечно, потому что оно может закончиться резкими движениями, резкими действиями. На червячке написано на этом dead, ну то есть смерть. Ну давай же, раз у тебя написано смерть, умирай. Вот, он меня послушал сразу, видели? Только сказал про это, и он сразу решил, ну что, ладно, раз говорят, надо умирать. Так, ну, с кем мне теперь поделиться нашим мороженым? Так, не-не-не, подставлять нас не надо, мы так не договаривались. Надо куда-то уже выходить за этот, с краю карты, потому что здесь видим куча мелких червячков, которые хотят нас укусить. Оно. Прям бегают, бегают такие, смотрите. Вот, добегался один. Не, ну это для нас мало, а риск большой, поэтому я не буду ничего делать. Так, пробуем еще раз. У нас уже масса позволяет, 38 тысяч. Так, ну вот мы сейчас зашли в такую позицию, в которой очень опасно находиться. Но ничего, этот раз это закончилось все хорошо. Смотрите, какого мы большого червя окружили. Сверху там уже он все попогибали. Ну что? А сверху там еще один червяк откормился. Голубой только начал метаться. Только понял, что случилось. Сейчас будет прикол, если он того окружит. Да, он окружил того червя. Ну, пускай потратит свою массу, я чуть отдохну. Я не буду рисковать, потому что когда ускоряешься, всегда есть шанс куда-то влететь. Вот. Я же говорил, что я не буду рисковать. А тот червячок взял и слился на ровном месте. И следом второй. А, красота. То есть я сейчас немного потерпел, а теперь могу спокойно кушать свой пломбир, увеличивать набор массы. Вот у нас уже было сколько? 38, сейчас 40, 45 уже, считай. То есть мы взяли и так буквально на ровном месте набрали 7000 массы. Так, ну что? Смотрите, какие червяки полезли к нам на огонек. Вот, смотрите, ха-ха-ха. Смотрите, сколько их много тут. Ой-ой-ой. Да, хорошо, когда большой червяк. То есть есть шанс окружить червяков так, чтобы они даже не знали, что их окружат. Ай, тормоза какие-то. FPS 61 был, но почему-то тормознуло. Не знаю почему. Так, ну что. Вот, он опять врезался. И можем спокойно кушать. Можем еще чужого немного подсобирать. Он хотел опять у нас... Он, видите, как лагает. Но это не знаю, наверное, сервер или что, или интернет. Но так как он врезался на ровном месте, поэтому я думаю, что все-таки лаги обоюдные. Он тоже червяк, только что ползал-ползал, раз врезался.
Так, ну что, продолжим. У нас 52 тысячи массы. То есть уже такой взрослый пломбир. Ну а что ты с нами гоняешься, скажи? Я понимаю, что ты хочешь нас подставить. Но я что, этого не хочу. Я думаю, друзья, вы тоже не хотите. Так. Ай-яй-яй-яй. Вот он увидел. Он увидел, что... блин, надо было не... Ну что, 52 тысячи. На ровном месте, вот, кажется, никто нас не просил туда лезть. Об маленького человека стукнулись, и все. Ну что, у нас получился, в принципе, хороший обзор. То есть мы поиграли мороженым, стали топ-1. Большое отставание было от остальных. Окружили большие группы червей. Я думаю, обзор удался. Кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И не пропустите новые видео. Всем пока-пока.